Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор первого заказа из каталога номер 16 компании Oriflame. Заказ сразу на 150 баллов, очень много всего нового, вкусного. Давайте быстрее смотреть, потому что мне самой не терпится, я даже не открывала коробки. Как только их принес курьер, мы тут же вот их поставили, они прям вот все запечатаны, начинаем снимать ролик. Итак, заказ на 150 баллов, как я уже сказала. Буду идти по порядку и показывать сразу, что здесь есть. Во-первых, это такой набор для мужчин. Буду вам поближе показывать. Для любимого мужчины очень стильно запечатана полосатая такая борода. Я думаю, что вы уже догадались, что здесь. Ой, коробочку надо открывать аккуратно. Коробка очень красивая. И здесь... носочки. Ой, они прям гольфы. Слушайте, для зимы самое то. Очень классное качество. Дело в том, что в этот раз я не смогла посмотреть продукцию заранее в бизнес-центре, но рискнула все-таки все заказать на свое как интуитивное чувство, полагаясь. Двое носочков. Одни чисто черные, а одни черные с серым, а сверху полоски. Очень, кстати, стильно, модно. Носки достаточно большие. То есть они на размер, то есть варьируются. Как, кстати, было написано, какой размер. Я уже не помню. Здесь я, конечно, не увижу так мелко. Ну, то есть достаточно приличный размер для мужчин, не маленький. Но качество очень крутое. То есть они прям такие стрейчевые, тянутся хорошо. Надеюсь, понравится тому, кому я их купила. Здесь под елочкой лежать, ждать набор. Вау! Вот наборы. Наборы Essence. Смотрите, какая красота. Ух ты! Смотрите, мыло. Кстати, если вы помните предыдущие наборы с лимоном вербеной, жасминной роли, то там мыло было намного больше, ровно в два раза. То есть там кусочек был 150 грамм, а здесь 75. Я это, кстати, не заметила в каталоге. Для меня это сюрприз. Поэтому нужно быть повнимательнее. О, как красиво! Такой кусок мыла. Ну, он очень красивый. Как раз у нас мыло заканчивается. Положим новый кусочек. Ой, такой зелененький аромат. Сейчас вспомню, какой здесь состав. Бергамот и что еще? Я забыла. Сейчас посмотрим в каталоге. Потому что это очень важно, какой здесь у нас аромат. Бузина и бергамот. Вот. А что же у нас здесь? Мыло для рук и тела. Такой гигантский флакон 300 мл. Точно такой же лосьон. Я обожаю качество этих продуктов, потому что в них натуральные масла. И они очень круто, благотворно влияют на кожу. Один набор у меня уйдет под заказ. Так, с мыльцем. А один останется мне. Мыльцы мы тоже сразу будем использовать. Так, поставлю. Какая красота! Вот просто красота неописуемая. О! Это маленькие ароматы. Giordani Gold Essence я взяла. И должен быть еще один. Позвесь. Я взяла пока три. Но я думаю, нужно будет побольше их заказать, потому что, мне кажется, так прикольно дарить вот такой маленький, очень красиво оформленный флакончик. Согласна? Просто супер. Всего 8 мл. Представляете, как удобно носить с собой в сумочке. Вот это как раз один из моих любимых ароматов Giordani Gold Essence. Один, конечно, себе оставлю, чтобы вот так с собой носить. Здесь пакетик. Взяла детские серии, в этой коробке вот так вот разбита у нас на части. Сейчас я буду сразу из коробок поглядывать. Угу. Дальше смотрим. Я заказала детские наборы, потому что я думаю, их разберут очень быстро. Потому что у нас продукции для детей не так уж и много. А набор суперсемейка за 199 рублей. Шампунь для волос и тела и мыло очень вкусно пахнет. Яркий дизайн у меня уходит просто на ура. То есть прям с удовольствием забирают, заказывают еще. И вышла новинка, детский набор. Парфюм для девочки и шампунь и кондиционер 2 в 1. Давайте подегустируем. Вкуснятина. Ягодный. Вкусными ягодами пахнет.
Малинка, смородинка, что-то такое вкусненькое. Ой, себе бы такое взяла. Кстати, можно себе брать такой парфюм для тела. Это же детский, он совершенно будет вкусно пахнуть, совершенно безопасный, очень красиво сделанный. Я думаю, девочки будут просто в восторге. Еще у меня есть один набор под заказ, тоже набор мечты. Здесь маленький крем, как я вас предупреждала, всего 30 мл. И кусочек мыла с цветочным ароматом. Кстати, качество мыла мне очень понравилось. А вот такой крем у меня есть клиентка, которая заказывает его из каталога по 100 рублей, когда вот они идут. Она берет несколько штук, говорит, что это самый лучший крем, который она пробовала для рук. Так, дальше. Так, это под заказ CC крем Giordani Gold SPF 35. Я вам хочу показать, какой это тюбик. То есть это непривычный нам флакон Giordani там, с дозатором, а это вот тюбик. Он такой плоский, качество шикарное. SPF 35, представляете, девчонки? Вот я такую штуку прям в лето бы припрятала, потому что такой высокий солнцезащитный фактор, да еще и CC, да еще просто потрясающий Giordani, он так классно выравнивает лицо, такой уход. То есть CC это, ну, это, наверное, самый высокий уровень вот, тональных основ, которые есть. Поэтому очень классное предложение, он с огромной скидкой идет в этом каталоге. Здорово. Так, я добралась. То, что я заказала себе из серии Nurskin, из-за этого пришлось отменять заказ и делать новый, потому что я сделала заказ, записала видео, и потом вспомнила, что забыла заказать себе то, что я запланировала себя побаловать. Сейчас покажу, что я выбрала. Был выбор очень сложный. Ой, как все красиво, все в коробочках, в мешочке. Сейчас сразу оба откроем. Отменила заказ, заказала все заново, потому что я подумала, я не смогу терпеть еще так долго, пока это все мне придет. Так, что же я взяла? Сейчас буду вам хвастаться. Так, здесь ожерелье. Да, да, какая красота, смотрите, это яблочко. Агат, я выбрала агат. Очень красиво. Почему я выбрала именно это? Мне понравился дизайн, то, что это так как-то вот игриво. Мне очень нравится то, что это не строго, это не там именно вечерний-вечерний вариант. Мне понравилось, что оно такое, вот можно носить с разной одеждой. Например, вот я в джемперочке, в таком вязаном, и набрасываю. Очень хорошая длина. Смотрите, как классно. И тут регулируется, можно делать длиннее. Ну, у меня, правда, еще цепочка, но я думаю, не будут мешать золото золотом. Мне очень понравилось, как оно сделано, все красиво. Я, в принципе, яблоки очень люблю. Это символ здоровья, долголетия, благосостояния. Я вам сейчас расскажу, да, но это правда. Вот, и я заказала, естественно, серьги. Думаю, посмотрю пока. Может быть, да, потом еще браслет возьму. Колечко вряд ли, потому что колец у меня очень много. Куда их взять? О, какие серьги интересные. Ну, это, конечно, произведение искусства. Надеюсь, вам хорошо видно. Потому что я смотрела видео, я каталог листала до дыр просто его. Интересно сделана застежка, смотрите как. То есть отодвигается и закрывается. То есть не как вот мы привыкли, например, в золотых сережках. Ой, у меня есть серьги, сейчас сниму. В золотых сережках там, как королевская застежка, она защелкивается. Голос не до конца восстановился, немножко я промерзла. Ну что, меряю, одеваем ушки. Ой, как удобно, кстати, застежка очень удобная. Конечно же, несмотря на то, что это ювелирная бижутерия, не рекомендуется в ней купаться, загорать, например, да? То есть нужно ее все-таки беречь, потому что это... Ну, очень такое дорогое изделие, очень красивое, интересное. Ну, достаточно крупные серьги, мне нравятся. Интересно, вам понравится? Богатые такие. Ну, на ушках я их чувствую, то есть они не такие вот прям легкие, невесомые. Я их чувствую, они двигаются под тяжестью еще яблочко, так шевелятся. Как здорово, мне нравится. То есть как дополнение к образу, практически к любому, будет здорово. Ох, все коробочки пока отодвигаю. Я, пожалуй, останусь этим
в этих украшениях, потому что я их так взяла. Так, сейчас буду показывать вам то, что я тоже себе заказала. Помады. Jardani Gold матовая с эффектом металлик. Я не смогла выбрать одну. У меня обычно, знаете как, я или сразу буду отрывать, прям плохо открываются колпачки, все равно все мое. Я или сразу могу выбрать помаду и все, я выбрала и заказываю. Или я мучаюсь, не могу выбрать, как вот серия The One, и я в результате ничего не заказала. Так, сейчас пробуем. А в этот раз мне понравились они все, и я заказала верхние три оттенка. Давайте смотреть по очереди. Одну из них я сейчас накрашу, специально губы не накрасила, чтобы вам продемонстрировать сразу одну из помад. Итак, сияющий нюд. Вот такой сияющий, просто весь золотой. Я его сейчас сразу буду красить. Уже под него подготовила контур. Такой, ну, натуральный оттенок контура взяла, коричневатый. Просто меня многие спрашивают, не сушит ли она губы, как она лежит. Я не знаю, просто я их тестировала. Ну вот так, накрасила, стерла. И потом все стерла, и уже тестировала другую помаду. И я в ней не походила. У нее такой острый кончик. Наносится легко. Ощущения на губах вполне нормальные. То есть первый эффект, когда пробуешь помаду сразу. Мне что важно? Чтобы не чувствовать помаду на губах, потому что если помада тяжелая и стягивает губы, меня это сразу, меня вызывает желание сразу ее стереть. Эту помаду я тоже не чувствую. Мы посмотрим, как она будет вести себя на холоде. Цвет мне очень нравится, очень. Надеюсь, вам видно. Просто класс, такой нежный золотистый отлив. Вот как это сделали, матовые с эффектом металлик. Ой, я в восторге. И взяла две помады. Первая, вот, вернее, это вот розовая, холодная роза. Я на нее запала сразу еще в спецпредложении премьер-клуба. Думаю, эту возьму 100%, потому что эта помада та, которая редкость. Такой цвет. Сейчас как вам буду показывать вот так. Такой цвет классный. У меня, кстати, есть обзор на канале, где я все 5 помад показывала. Не знаю, видно вам или не видно. То есть это такой густой розовый цвет, весь переливается. И вот на свету, вот у меня лампы стоят, такой цвет, аж синие вкрапинки какие-то, розовые, золотые. Вижу прям синий оттенок, очень красивый. И еще один тон, это рубиновое мерцание. Сейчас тоже сразу рядом нанесу. Ой, ну это просто огонь. Я ее брать не планировала, эту помаду, но когда я ее попробовала, когда я увидела ее в деле на губах, я поняла, что такую помаду нужно иметь каждой девушке, абсолютно каждой, неважно какой у вас цветотип. Девочки, яркая помада, красная, она идет абсолютно всем. Тоже эти вот мерцающие, как металлик, да, все это как будто прям крапинки, красные капли вижу, вкрапления, золотистые, слышите, ну просто бомба. Хочется все сразу накрасить, как обезьянки, и в них остаться, в них ходить. На остальные две я не решилась. Гранатовый кристалл мне как-то не очень понравился, как-то темновато. Я думаю, что такую помаду я буду очень редко красить. А морозный аметист мне тоже понравился, но не стала брать. Такой цвет тоже обязывающий, то есть, ну, не совсем я ее смогу носить. Вам, наверное, интересно, заказала ли я себе новую парфюмерную воду? Да. Да, мисс Джордани. Интенс, она теперь моя. Это очередная сумасшедшая покупка. Я, как всегда, говорю, хватит, стоп, остановись, перестань заказывать парфюмы, используй те, которые есть. Но я не могу остановиться, особенно если мне аромат нравится. Мне он понравился сразу, меня подкупил цвет. Я обожаю вот этот лиловый цвет.
И как это все преподнесено, как это все красиво оформлено дизайнерски. Я такую коробочку выкинуть не смогу. Кстати, попробую нарисовать такие цветы. И сам аромат. Предыдущий мисс Джордания, желтый, мне вообще не нравится. Он мне не подошел. Какая красивая крышка. Этот я изнюхала, все каталоги перетерла, потому что нет пробника на этот аромат. Я думаю, ну я его рискну взять, тем более цена у него такая не очень высокая, как бы вообще как бы не пугающая. Я в восторге. Я просто вот чувствую сразу персик. Давайте посмотрим, что здесь. Нероли, лиловая гордения, мускус. Я читала полный состав. Там есть персик в верхних нотках. В крайних нотках у нас есть ваниль, ванильная орхидея, белое дерево. Сейчас по памяти мускус. Ну что нам еще девочкам надо? Ваниль, мускус, боже, персики. Вот по мне бы... Вот достаточно верхней ноты вот этой на весь аромат. Вот сделайте для меня отдельный персиковый аромат, и я буду только им пользоваться. Я не знаю, как он будет по стойкости. Сами видите, я только аромат открыла. Но, девочки, что я вам хочу сказать. Аромат будет очень стойкий, если мы его сразу же усилим. И у нас есть два продукта. Это парфюмированный крем для душа. Сейчас посмотрю, какой он по цвету. Мне просто интересно. Давай. Боюсь нажимать на пузик. Ну, пошел. Да. Сиреневый цвет. Вам, наверное, не будет видно. У него тоже сиреневый цвет. О, как это красиво. Я взяла себе, кстати, еще один набор, но я еще возьму. И лосьон. Давайте лосьон дегустировать. Надеюсь, он тоже какого-нибудь будет приятного сиреневого оттенка. Ну-ка, сюрприз. Нет, он белый. Он белый. Смотрите, капля не падает. То есть я нанесла просто вот каплю, она не падает. Бывает такое, что иногда крем в руки возьму, пока добегу до места, чтобы усесться и втирать его. О, какой приятный, гладенький. Да, это крем. Он усилит аромат парфюма. То есть приняли душ с кремом для душа. Промокнули тело полотенцем. Нанесли лосьон. Дошли, пока оделись. Вшикнули на себя аромат. И все это вместе будет дольше держаться, нежели просто один аромат. Но вы же это знаете. Да, он хорошо впитывается. Он легенький. Его много не нужно на тело. Он такой хорошенький. Все, ну вы любуйтесь пока на эту красоту. Так, вам поставлю. А я продолжу, потому что это еще не все. Я взяла на пробу две масочки. Какие они, посмотрите. Вот представьте, вам дарят такую коробочку. Сразу, о, что это, как красиво сделано. Ну вот просто шедевры. Смотрите, какие коробочки. Я взяла с какао, питательная маска. Давайте посмотрим, как она выглядит. Вечером сегодня попробую. Можете мне в комментариях задавать вопросы. У нее цвет какао. Масочки здесь написано 10 мл. То есть, как в наших пакетиках. То есть, 10 мл мне обычно хватает на 2 раза. Минимум, прям если толстым слоем. Или на 3. Но я буду делать питание на лицо и шею. Поэтому, может быть, даже я ее за раз всю использую. В общем-то, и пусть это здорово. Натуральная, классная масочка. Прикольно прям сделано. Вторую я взяла с Личи. Это маска-пленка. Надеюсь, что это именно такая пленка, как я люблю. О, смотрите, тоже как варенье. Главное, чтобы люди поняли, что это для лица и не слопали это к чаю. Потому что это выглядит как маленькие джемы, которые тоже продают порционные, что можно взять там один джем, съесть чашечкой чая. Вот главное предупредить, что это не еда, это на лицо. Так, поставлю. Сегодня буду пробовать одну, потом другую. Даже не знаю, какую вперед. Хочется все сразу. Так, что здесь остается? Две туши с эффектом накладных ресниц. Кстати, классная тушь. И сейчас она по акции идет. 199 рублей одна тушь выходит, да, по-моему, так. По-моему, так. Если покупать сразу два продукта. Или туши помадную стойку, стик. Да.
199 за каждую, всего меньше 400 рублей. Это очень крутая цена. У меня подружка заказала, они ей только этой тушью пользуются, может, еще потом закажут. Я, конечно же, себе взяла сушку, потому что я от нее без ума, и взяла средство для роста ногтей. Я им уже раньше пользовалась, и хочу сказать, что если сравнивать его с другими средствами, которые я даже покупала в аптеке, потому что у меня была проблема с ногтями одно время, ногти просто слоились, я ничего не могла с ними сделать, я и ваночки всякие придумывала, йодом мазала, в лимон их опускала, мне вот ничего вообще не помогало. Помогает вот это средство, но опять же, видите, все индивидуально. Кто-то купил в аптеке умную эмаль, и у него такие ногти. Меня она вообще не взяла. Вот, поэтому я взяла эти флакончики. Кстати, я их еще закажу. Ой, падайте. Хулиганье, да? Все рассыпалось. Так, что остается? Ой, мыло. Секрет. Это мыло из новой серии. Оно прям в начале каталога. Называется... Как называется? Приятный сюрприз. Все спрашивали, как, что. Кому-то в каталоге не понравился запах. Давайте пробовать. Я все всегда сразу открываю. Вот точно оно? Упаковка беспощадно рвется. Да нет, хорошо пахнет. Не убийственными там прям пряностями, но пахнет хорошо. Какое красивое, какой бант потрясающий. Посмотрите, как все это сделано. Мыло такое прозрачное. Я его на свет смотрю, я вижу свои пальцы. Вот, я прям через него вижу руку свою. Прозрачный леденец. Опять же, предупреждайте людей, что это не еда. Чтобы не съели нечаянно. Так, что еще? Надеюсь, это все. И что я взяла себе со скидкой 50%? Это новая сумка. 58-я, наверное, уже у меня сумка. Так, ленточку убираем. Сумка черная. Если кто-то говорил, что она там какая-то темно-серая, нет, это чисто черный цвет обычный. Сделана под кожу. Очень удобный формат, если посмотреть по каталогу, то как раз для каталога, наконец-то. Обычно в нашей сумке каталог приходится там бочком сворачивать, и доставать его неудобно. А здесь как раз каталог помещается, чуть-чуть еще места. Что-то внутри лежит. Сейчас я вытащу. Ага, это ремешок. Тут какой-то чудесный ремешок. Сейчас мы будем его рассматривать. А что у нее по размеру? Расправлю, чтобы посмотреть. Ну, донышко есть нормальное, что в сумку что-то поместится. Потому что есть сумки приплюснутые, которые без дна, в них ничего не помещается. Я вообще не понимаю смысла этих сумок. Внутри такая тканька не скользкая, под хлопочек сделана. Есть карман на молнии. Все как положено. Давайте-ка вам так разверну. Кармашек на молнии. Что-то в нем лежит. Стойте. Инструкция. Сейчас посмотрим. И логотип Oriflame тоже здесь написан. То есть он припрятан. Так, посмотрим, как с ремешком управляться. Я так довольна покупками своими. Просто в восторге. Чудесный каталог. Так. Смотрите, это длинный-длинный ремешок, который можно, кстати, убирать совсем. Смотрите, здесь он на клепочке. Я вставляю в нужное место, застегиваю клепку. Получается вот такой ремешок. Тут висят цепулечки. Вот так вот. И как оно у нас будет висеть? Ну, так, я приставлю, чтобы вам было видно. То есть, если мы говорим о том, как ее носить, то носить ее очень удобно. Просто класс. Наконец-то нормального формата сумка вышла. Потому что я не люблю слишком большие, но и сильно маленькие тоже не всегда удобные. Приходится иногда ходить дополнительно какой-нибудь, брать с собой пакет или еще что-то. Так, теперь рассмотрим, что же делать с этими ремешками. Я все вынула. Вы видите, сумка отдельно. Ее можно, кстати, просто как клатч носить вот так вот. Под рукой. Так, сюда пока положу. Все это можно разделить на кусочки. Смотрите, я сняла карабинчик. Сняла с другой стороны карабинчик. Осталась цепочка, которую я легким движением руки одеваю на шею. Получается модный, классный ошейник. А у меня, кстати, есть еще одна такая цепочка длинная. Можно их миксовать, носить эту и ту сразу.
Далее, это у нас браслет. Сейчас попробуем его нарядить самостоятельно. Мне интересен размер, потому что рука у меня достаточно тонкая, косточка, девочка-косточка. И у меня всегда с браслетами проблемы. Ну, как вы видите, да, он мне тоже подвисает, но не страшно. Кстати, его можно, если водолазочка какая-нибудь черненькая или что-то так вот носить. Ну, на самом деле, вот с такими цепями ходить мне, например, будет не очень удобно. Но если это... Можно, кстати, сделать классную фотосессию. Какое-нибудь классное черное платье. Я бы, честно говоря, на шею бы такую штуку хотела. Так, а второй, просто чисто черный, тоже, вы уже догадались, что это у нас будет тоже браслет. Сейчас я его... Кстати, что удобно, то что можно самостоятельно его одеть, потому что у меня есть некоторые браслеты, которые я не могу одеть сама, мне нужно, чтобы меня кто-то спасал. Так, размер. Ну, нормально, кстати, не критично, что у меня он болтыхается, как бы это же неплохо, или мне так кажется. Очень круто, я люблю такие браслеты, они очень модные. А можно сразу два одеть? Давайте попробуем. Великий комбинатор. Я довольна, правда. Если вы думаете, брать сумочку или нет, ну, на мой взгляд, она очень крутая. Удобная, стильная. Мне понравилось то, что она декорирована вот именно таким образом. А, все, мою косу забрали цепи в свой плен. А, так вот. Так, значит, надо аккуратнее. Мне очень понравилось дизайн. И я сказала себе, возьми, а то будешь потом жалеть, что не взяла. Что-то в этот раз не могу справиться быстро. Перехвалила. Так. Так, вот, можно сразу два носить. У меня такое чувство, что один побольше, другой поменьше. Мне кажется, так и есть. На ноге можно носить. То есть это выглядит вот так. Так, вот так и вот так. Все, извертелось все. Так, на шею одели, тут все померили. Ну, кстати, вот это очень комфортный браслетик. Мне нравится. Он такой легкий-легкий, классный. Сумочку взяли. А давайте попробуем еще вот такую комбинацию сделать. Вдруг получится. Мы же можем... Например, кто-то хочет сделать сумочку не такой, не на таком длинном ремешке, да, как вот я вам показывала. А можно сделать такую сумочку-клатчик. Смотрите, как здорово. Вот, она будет вот такая вот. И прям вот аккуратненько лежит под ручкой, под мышкой. А можно сделать еще вот так. То есть сделать только один браслет, пристегнули, вставили. Сейчас мы с вами столько вариантов придумаем, что им не снилось. И сделали вот так вот, чтобы она не слишком длинная. Вот так мне вообще очень нравится. Вот мой размер, удобный. Ой, как красиво, чтобы вам видно было, пристану. Да? Класс. Ну, конечно, ее когда наполнишь, эту сумочку, она расправится вся, будет вообще очень здорово. Я в восторге. Кто хотел внимательно посмотреть, смотрите, какая классная. Прямо вот от кожи ее не отличишь. Классная такая, мягкая. Видите, она вся сворачивается хорошо. Вот прям как я люблю. И спокойно расправляется. Я думаю, что с этой сумкой в пир и в мир можно будет. Так, проверяем. Что тут еще? А то вдруг я что-то забыла. О, новый журнал. Какой красивый. Я очень люблю журнал Oriflame, новые каталоги. Я из тех людей, кто не любит смотреть заранее каталог. То есть я каталог смотрю в день, когда я его получаю, следующий каталог. Я никогда не смотрю его в интернете. Здесь у нас брошюрки по новой программе с посудой, с шикарной. Меня привлекла эта акция, потому что посуда подходит для индукционных плит. Мне именно это нужно. Так, акция лояльности. Очень классное предложение. Если в каталоге номер 16 и номер 17 делать заказы по 50 баллов, то весь набор из 8 продуктов, что меня поразило, можно будет приобрести всего за 199 рублей. Сюда входит гель для душа, отшелушивающий с малиной, лосьон для тела Loving Care, для поврежденных волос шампунь-кондиционер Higher X, крем для рук, один из моих любимых, Soft Care. Для ног крем,
духи, парфюмы такой же маленький Essenza и тушь для ресничек The One. Ну, это же просто вот обалдеть, такое предложение. Так, каталог премьер-клуба. Кстати, это каталог, по-моему, не следующего периода. Да, который сейчас действует, почему-то мне его положили. Новый каталог Wellness, такой красивый. Прайс-лист, естественно, которым удобно пользоваться. И новый каталог. Вау, какая обложка красивая. Я вам открою секрет, что на последней страничке будет тушь ультрачерная 5 в 1 со 199 рублей. Вот это предложение. Ну, каталог я уже посмотрю попозже вместе с вами. Здесь у меня куча каталогов. Как для участника премьер-клуба 10 штук. Убираю все в коробочку. Здесь все пусто. Отлично, вот весь заказ. Что я вам хочу еще показать. Возможно, вы обратили внимание на мой лак, потому что очень многие потом спрашивают, а какой у тебя маникюр, какими лаками. Это все Oriflame взяла специально вам показать, потому что если они будут когда-нибудь, может, в распродаже, потому что это не постоянная коллекция, я вам рекомендую взять, потому что мне они очень нравятся. Здесь всего один слой. Один слой коричневый, на двух ноготочках я положила блестки. Код лака 33586, это шоколад. И 33587, это вот эти чудесные блестки, которые меня просто вот приводят в восторг. То есть вот такой классный лак. Он очень стойкий, быстро сохнет. Люблю такой лак. Он прям классно вот сейчас на осень, зиму, потому что такие вот яркие цвета, как желто-зеленый, я их могу красить только летом. Как-то зимой, мне кажется, они не очень хорошо смотрятся, слишком как-то вот не сочетаются. Хочется чего-то уютного, теплого, комфортного, так вот это именно оно. Ну что, все, наш обзор подошел к концу. Все мои хвальбушки закончились, все моя красота. Я очень довольна всеми покупками. Вам хочу пожелать. Успейте заказать, потому что в эти предновогодние вот праздники, там будет у нас 23 февраля и 8 марта, это самые бомбические каталоги, но и продукцию разбирают очень быстро. И буквально у меня еще в заказе была тональная основа Giordani Gold, антивозрастная, ее уже не было на складе, когда я делала заказ, к сожалению. Но чтобы не огорчаться, просто делайте заказы пораньше. Спасибо за внимание, всего доброго, пока-пока!